есть такой вот револьвер Пукалка. Он совсем безобидный для детей. Он, если в ним попасть, то не будет никакого вреда. Вот он обычный, механический. Вот такой вот барабан. При стрельбе у него он вращается. Он закрывается еще вот так вот. Открывается вот так вот, как обычно, стандартное. Можно выстрелить вот так и вот так вот. Ну, по стандарту определим начальную скорость и его силу. Take a step back.